На день учителя первокурсники СПК приготовили выставку. Каждая группа предоставила плакат и поделку, сделанную своими руками. Студенты колледжа оказались самыми настоящими скульпторами. Они же подготовили выставку ко Дню учителя. Все группы предоставили свои работы, которые по достоинству мог оценить каждый преподаватель. Поделки принимались из различных материалов и плакаты, сделанные своими руками. Моя группа готовила поделку. Как вы видите, поделка ежик. Делал эту поделку не я, делал мой однокурсник, очень хороший человек, Костя Чебаненко. Моя группа выполнила эту подделку. Я из 51-25 группы. Лично я не принимала в этом участие, но мне очень нравится эта подделка. Если бы я что-то могла сделать, я бы обязательно приняла в этом участие. Ну, мне очень нравится то, что оригинально сделано. Ой, замечательно, мне очень все понравилось. Страшно интересные идеи есть по поводу совенка. Очень мне понравилось, 51-16 группа. И вот ежики, шарман.